Здравствуйте, товарищи! Снова в эфире излучатель мотобокса. И сегодня, как и анонсировалось, у нас выездной выпуск. То есть мы уже съездили, проверили, потестировали, покатали квадрика. Также я подергал судьбу за одно место. Попытался на КТМ и без шипов по Голайду заехать в горы, но как бы результат не очень впечатляющий. Ну, увидите. Ну и все, в принципе. И я буду возвращаться на своем КТМе без шипов по Гололеду в гору. Не знаю, что из этого получится. Сейчас посмотрим. Сейчас будет жесть. Я не знаю, как я в эту гору поеду. Да, поехали. Сейчас мы его укатаем. Ямаха грызли, валит, дай бог. Все, пока не застрянем, не успокоимся. Нейтраль!